Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Салям, достар. Халай, сендер. Если вы помните, то я глава семьи Асыкбаевых. Вы уже заходили на мой сайт команды KZ? Если заходили, то знаете, что мой внук получил повестку из военкомата. Правда, еще неизвестно, признают его годным в службе. Но наш дом в осадном положении. Мать атакует отца, требует от него отмазки сына от армии. Но мой зять только стоит на своих позициях. О, слышите? Опять ругается. И, пожалуйста, прекрати пугать ребенка своими ужастиками про армию, тем более, что ты даже там не была. А как насчет того, что я узнала в интернете? Мало ли, что ты узнала в интернете. Нельзя верить всему тому, что там написано. Нельзя? А как же видео? Мама, умница, красавица, мать четверых моих внуков, сейчас находится в состоянии войны со своим мужем, который не собирается отмазывать сына от армии. Какое видео? Я тебе покажу на досуге. Сам побежишь отмазывать сына от армии. Прекрати, Болда. Парень должен служить в армии для того, чтобы стать настоящим мужчиной. Или не настоящим. Я не допущу того, чтобы мой сын вернулся из армии моральным уродом или покалеченным. Костя, давай мы продолжим вести с тобой эту тему немного позже. Пришел. Иди, открой. Папа, мой зять, постоянно решает дилемму, как не поступиться принципами и при этом не потерять расположение жены. Ой, здравствуйте. Рома, встречай, у нас гости. Здравствуйте. Здрасте. Добрый. Заходите. Опа, куда проходить? Она автоматически говорит. Привет, как дела? Ну что я вам говорил? Они всегда так спорят, спорят. Да еще потом гостям начинают мозги пудрить. Лучше бы с сыном поговорили. А то когда еще такая возможность представится? Кстати, а где мой внук? Опять в гараже. Кто у него там сегодня? Группа Роксанаки в гараже команды KZ. Я вообще-то не против надеть погоны. В принципе, попробовать, да? Но мама вот насмотрелась картинок в интернете всех этих историй. И она как услышала про повестку, там, 3 дня у нее. Она сейчас в шоке просто. И только через мой труп отпущу в армию. Армия, школа хорошая, но лучше ее обойти заочно, да? Обойти заочно? То есть косить, да? Он меня отправил со второго курса сам декан. За то, что я пропускал занятия, значит, в институте. И он заявил в военкомат, говорит, вот он, пенер, не хочет учиться, и вот его заберите в армию. Я сидел на лекции, пришел прапорщик, меня забрал, на лысо постригли, на следующий день в армию забрали. Вот. Вы не хотели идти, да, получается, вас заставили? Ну да, меня заставили. А сами пошли бы или нет? Ну, после консультации в любом случае я 1,5 года служил бы. Мне кажется, что тебе стоит попробовать себя в армии. Потому что это ты можешь проверить самого себя в таких вот жестких условиях. Тебе же интересно было бы это проверить? Ну, в общем-то, интересно, да. Но опять же, столько мнений, да, о том, что многие люди не идут, да, в армию. То есть, потому что, ну, на самом деле, там не сладко, наверное. Руслан, вы тоже служили, да? Да, я служил в Каунасе, в советской армии, в Литве. Угу. Служил в военном оркестре, правда, музыкантом, но все равно, ты знаешь, я считаю, армия в любом случае экстремальные какие-то условия. А девушки дождались, допустим, если у кого-то девушки до армии были? 2 года ждали? У меня нет. Не дождалась? Нет. У вас не дождалась, да? Нет.
Ну, у меня их было двое-трое, и все трое не дождались. Так что я сам не знал, кто вернее. Так что, мне кажется, это проверки не прошли они. Я, в общем-то, считаю, что стоит попробовать. Но как представлю, что надо ходить строем. Дисциплина, не знаю, если честно. Давайте поиграем. Господа, позвольте представить вас друг другу. Сергей Пашевич, полковник запаса, президент Союза «Боевое братство». Николай Борисенко, арт-менеджер. Серж Каплан, журналист и автор настоящих военных репортажей. Илья Айтов, пока еще школьник, но в будущем настоящий боец, так как уже сейчас он очень сильно хочет попасть в армию. Итак, вопрос, чему же учит армия? Во всяком случае, из-за этого вопроса у нас в семье разгорелся настоящий скандал. Это главный вопрос, на который я хотела бы получить сегодня правильный ответ. Чему учит армия все-таки? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, армия учит знать и уметь пользоваться оружием. Второе. Армия учит выходить победителем из сложных ситуаций. В-третьих, армия учит прежде всего жить в очень сложном коллективе, куда попадают абсолютно разные люди. Помните, было время, когда, если ты не служишь в армии, тебе не то, что карьеру сложно построить, тебе даже жениться достаточно тяжело. А потом проходит несколько лет, и, значит, ситуация кардинально меняется. На тех людей, которые добровольно собираются идти служить, на них смотрят, мягко говоря, как на чудаков. Сегодня же какая картина вырисовывается? Очередь желающих пойти служить ребят. Однако моя супруга по-прежнему считает, что армии нужно бояться, как черт боится ладана. Да, потому что я не хочу, чтобы мой сын постоянно находился в коллективе, где большинство людей с низким умственным, моральным и культурным уровнем. Я думаю, в такой армии моего Ренатика ничему хорошему не научат. Все понятно. Ну вот видите, да? Говорить, что сейчас в армии как бы можно стать моральным уродом. Я прослужил в армии достаточно длительный срок. Я что, стал дебилом или кем-то? В армии Казахстана, к примеру, сейчас идет очень большой крен, куда призывают людей с высшим образованием. Если взять тот же Казбат, туда призываются люди преимущественно с высшим образованием, со знанием иностранных языков, с умением как бы компьютерной грамотности. Я не согласен, что в армии должны служить вот эти дети. Потому что в 18 лет за полгода он ничему не может научиться. Абсолютно. Только 18 лет из подростка можно сделать солдата. Позже уже, извините меня. По идее, каждый подросток должен пройти армию. Армия из человека как бы делает более мужественного мужчину. Каждый подросток должен защищать свою родину, защищать свой дом. И армия этому обучает. Это как, знаете, как в анекдоте, ребят. Когда в военкомате спрашивают, почему вы отказываетесь отдать долг армии? Совершенно не отказываюсь. Скажите, сколько это стоит? Илья, я знаю, что твой отец даже готов заплатить за то, чтобы ты пошел в армию, так как у тебя есть проблемы со здоровьем. Чему тебя вообще научат в этой армии? Это как бы мой долг перед родиной. Я должен служить в армии, потому что я здесь живу. Илья, я поговорю с твоим отцом. Наверное, думаю, мне надо это сделать, чтобы он не отпустил тебя туда вообще. Все, кто не хотят служить, отправятся тем, что армия – это зря потерянное время. А почему-то из всех, кто откосил от армии в нашем дворе, никто не провел 2 года с пользой. А кое-кто даже загремел в места не столь отдаленные. Отсюда вывод. Если ты год можешь прожить на гражданке с пользой, то и в армии проведешь год с пользой. Кстати, мои внучки-близняшки не теряют времени на рассуждение, а прямиком отправились в армию для того, чтобы попробовать послужить. Ну, так, чуть-чуть. Левой. Раз, два, три. Чачи!
следующий шаг делай. Нашлась мне тут командирша тоже. Ну что, нашла в своем интернете, как там правильно заправлять армейскую койку? Мои озорные внучки не устают доказывать друг другу собственное превосходство. Это не твое дело. Лучше думай, как будешь драть ее после проигрыша. Ну еще посмотрим, кто проиграет и будет драть все это. Давай сначала лучше поздороваемся. Привет, я Лия. А я Галия. И сегодня мы идем в армию. Да, как раз посмотрим, что там и как там. Да. И заодно проверим, кто из нас быстрее переодевается и убирает свою кровать. Да, и кстати, проигравшая будет мыть пол в казарме. Я думаю, это будет она. А мне кажется, это будет она сто пудов. Ну давай проверим. Давай проверим. Левый. У солдата выходной. Левый. Пуговицы в ряд. Вниз. Сыра. И все-таки я считаю время службы совершенно потерянным для молодого человека. А по-твоему, шастать по ночным клубам, употреблять всякую дрянь – это нормально? Вот для таких персонажей армия – то, что доктор прописал. И я считаю, что только глупец будет отрицать пользу армии. Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? В армии убивают и калечат. И до тех пор, пока это происходит, унижать и оскорблять тех, кто не хочет идти служить, могут только ханжи и лицемеры. Жарайтесь, ну кто? Давай же теперь наконец послушаем, что же скажут нам наши гости. Да, ответьте мне, пожалуйста, на один только вопрос, да? Надо или не надо идти надо. В армию? Когда говорит господин Пашевич, что надо служить, я его прекрасно понимаю, он вояка до мозга костей. Я не был ни одного года в армии, но я был в Афганистане, я был в Югославии, я где только не был. Я увидел это все. Боже мой, да что там творится, это капец. Я своего сына... А у меня их двое, у меня четверо детей. Я своего сына туда не отдам. Я тоже не отдам. Даже под Пашевича я его не отдам. А кто же должен тогда воевать? Солдатами не рождаются, солдатами становятся. Их надо обучать. Но так на это же тоже нужно время. Сереж, надо обучать. Где их обучать? Надо делать какие-то кадетские корпуса и так далее. Какие же вот из этих детей солдаты? Совершенно. Ну как он 18 лет может идти? А как я стал солдатом 18 лет? Ну в 18 лет тебя Родина призвала. Правильно. Это не та Родина. Сейчас Родина призывает. Ну это не то. Это не то, это неправильно. Армия – необходимый элемент государственности. Даже Ватикан имеет свою армию для того, чтобы называться государством. И к армии надо быть готовым, прежде всего. Для того, чтобы идти в армию, надо быть хотя бы морально готовым к тем моментам, которые идут в армию. А как насчет дедовщины? Вот кто мне даст гарантию, да, что моего сына в армии не покалечат и не унизят? Никто не даст. А кто вам даст гарантию, что вашего сына не собьет завтра машину? Или также на улице не подойдут к нему и скажут, там, дай телефон, и то же самое с ним могут сделать, что его. Если... Что в вашем понятии такое дедовщина? Что? Я понимаю, что надо служить, но не надо стирать носки там старослужащему или получать от него табуреткой по голове. Вот это я вот не понимаю, то есть защищать отечество, вот это одно. А получать табуреткой вопрос, по голове, это совсем другое, противостоять знаете. Кому-либо, да, и здравому смыслу может только настоящий мужчина. Иногда в таких моментах людей проверяют вот, на слабость конкретно. Если человек может отказаться от этого, отстоять свою точку зрения, он это должен делать не только в армии, он должен это делать в повседневной жизни. Сереж, а ты можешь сказать, я могу тебе противостоять, как дедовщине сейчас? Ну какой? Ну, что, я точно что так понимаете? Же, я что, точно что, так же что, в этой жизни есть, противостоял этой самой дедовщине. Что вы понимаете, дедовщина прежде всего? Ну. Но это 30 здоровых мужиков, как минимум, в одном месте. Да вопрос в том, что мужик должен оставаться во все времена мужиком, прежде мы всего. Так и были. Если он придет туда, мужчина, он оттуда и уйдет им. Но просто он будет более мужественным. Ты уверен в этом? Ну, в процентов на 95. Ночью тебя поднимают и говорят, ну-ка, грудь, приготовил на изготовку? Что ты будешь делать, друг мой, со своими красивыми зубами? Скажи мне. Ты встанешь и будешь готовить грудь на изготовку? Ну, если это будет в армии, если то... Если это будет как у всех, тогда это будет красиво, да? Чушь! Чушь! Ты не встанешь! Тебе будет это претить! Николай, ну ответьте Совершенно мне, Совершенно верно. Почему? Я не знаю, ну подстраиваться под кого-то. Почему кто-то должен говорить мне по команде писать? Я не могу этого себе представить, потому что я свободен сам по себе. Мы живем в свободном государстве. Понимаю, что есть режимы, есть определенные, ну, какие-то уставы, которым нужно следовать. Но если ты выбираешь это, если ты выбираешь, делай честно и по-настоящему совершенно. Но
когда не хотя меня совершенно заставляют делать какие-то вещи, а это, безусловно, буду делать в армии, то это, не знаю, просто противоречит моему достоинству внутреннему. Да, вот что, это убивает что меня. Может сделать мой сын, если ему будут указывать делать то, чего он делать в принципе тут не хочет? Тут повесится. Если ты хочешь вот быть скажите шофером, мне, пожалуйста. Шофери. Если ты не хочешь этим быть, ты повесишься. Варианты либо менять как систему, либо подстроиться под нее. Изменить систему сам, придя в армию, ты не сможешь. И у тебя один вариант, только подстроиться под нее. Значит, на определенный какой-то период времени просто подстелиться. Неужели это действительно имеет место быть? Вот? Если у него есть стержень, он пойдет и один против них. Я могу сказать, сильный. И останется с поломанными ребрами. А что думает народ на форуме? Так, кто там не был, тот не мужик, а тряпка. А, Б. Армия просто уносит здоровье, особенно когда тебя бьют табуреткой по голове. Еркин, ой-ой-ой-ой-ой, мой брат был в армии и похудел на 20 килограмм. Я тоже туда хочу, Лена. Туда тебе и дорога. Армия, она не ломает, если сам не ломаешься. Булат. Интересно, а что думают о службе мои внучатые племянники? А? Кузен, ну ты чё плачешь, а? Ну ты чё плачешь, ответь, кузен? Ну, кузен, ну, говори. Я плачу! Слушай, а чё ты плачешь, кстати? Меня с университета выгнали. Ну, не плачь, кузен. Не плачь, кузен, солдаты не плачут. А? Солдаты не плачут, не плачь. В смысле солдаты? Где солдаты? Кузены. Общий язык находят редко, но в отношении к армии единодушны, считая, что не тот солдат плох, кто нарушает дисциплину, а тот, кто попадается. Но тебя же с университета выгнали? А? Ну, значит, ты все в армию идешь, ты солдат! Запомни, кузен, когда ты пойдешь в армию, если тебя кто-то будет обижать, ты не обижайся! Ты вообще как, вообще разбираешься в армии, там, не знаю, в погонах, там? Да, конечно, разбираюсь. Ну, это уже хорошо.